Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проходит в эти дни на 5 образовательных площадках края. Как сообщили в Министерстве образования и науки края, уже состоялись олимпиады по французскому, русскому языкам, обществознанию, информатике и ИКТ, праву. В них приняли участие 238 человек, 59 стали победителями и призерами. Сегодня в Краевом центре созвездия 19 старшеклассников соревнуются в знании астрономии. Интерес к этому предмету повышается, равно как и повышается уровень знаний олимпиад. Это связано с требованиями центральных предметно-методических комиссий. Усложняются и требования к проведению. Участники не могут пользоваться телефонами, а также покидать кабинет без сопровождения. После олимпиады обязателен показ работ участников. Кроме того, каждый ребенок имеет право подать апелляцию, сообщили в ведомстве. Олимпиада по астрономии – одна из немногих, которая проводится в один тур. Большая часть состоит из теории и практики. Так, 21 января в созвездии стартует первый тур проверки знаний по экологии, а на следующий день участникам предстоит защищать проекты по этому предмету. Всего в региональном этапе принимают участие около 1200 учеников 9 и 11 классов, что более чем на 300 человек превышает прошлогоднее число конкурсантов. Есть среди них победители и призеры прошлого года, а также те, кто принимает участие в 5-6 олимпиадах. Программа регионального этапа включает 22 предмета, среди которых русский язык, математика, история, география, обществознание, астрономия, экология, мировая художественная культура, иностранные языки и так далее. Для участников также организованы подготовительные учебно-тренировочные сборы, которые проведут преподаватели ведущих организаций высшего образования края и научно-исследовательских институтов. Итоги регионального этапа проведут 25 февраля. Ребята, которые наберут установленное Министерством просвещения РФ количество баллов, отправятся весной этого года на заключительный этап.